Привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы продолжаем обзоры по интересным магазинам Алании. И недавно от вас пришел запрос о том, чтобы сделать видео о магазине, где продаются вечерние платья и классическая женская одежда. Поэтому сегодня мы приглашаем вас в магазин ТОК. Магазин ТОК находится в самом центре Алании. В описании к этому видео обязательно смотрите координаты этого магазина и все контакты. И в этом магазине работает русскоговорящий персонал, поэтому никаких языковых проблем у вас здесь также не возникнет. Если вы можете найти все от футболок до элегантных платьев. Конечно же, в этом магазине есть большие размеры. Вот такая вот футболка, например, стоит 120 лир. Все товары в этом магазине из очень качественных материалов и, конечно же, с оригинальными принтами или вот с такими вот рисунками, сделанными из палеток. Большой выбор цветов, конечно же, большой выбор классических костюмов. Вот такой троечка костюм. Какую цену такой костюм? 750 лир. Юбка, блузка и пиджачок. Юбка, блузка и пиджачок. Ага, очень оригинальная. Угу. В четырех тонах. 660 лир. Это стоит 575 лир, коралловый цвет. И в черном цвете тоже есть. Вот такой парламентный цвет. Размеры большие. Двоечка платья и накидка богема. Помимо того, что здесь есть большое количество классических костюмов на любой размер, также есть вот такие вот интересные кардиганы. Такой кардиган стоит 150 лир. И есть черный. И большое количество платьев. Платья, например, вот такого вот плана. Стоит такое платье 265 лир с пояском. Такой более летний вариант. Ну, и, конечно же, совсем летний вариант стоит 260 лир. Вот такое платье. Если вы хотите платье, например, с платья, которые сидят по фигуре, или совсем пляжные платья, вот такие вот трикотажные, очень легкие, стоит такое платье 200. Также здесь есть вещи, которые продаются с 50% скидкой. И, например, по скидке я нашла вот такое вот платьишко. Стоит оно 200 лир, со скидкой получается 100 лир. Вот такое вот розовое платье. И, друзья, есть женские классические пиджаки. Стоит оно 315 лир. Со скидкой будет стоить чуть больше 150 лир. Поэтому, если вам нужны пиджаки, обязательно обратите на них внимание. 29 декабря 1970 года başta. 49. yılımız, 49 yıldır aynı noktada hizmet vermekteyiz. 49. Hiç şey malı yok, evet. Tamamı Türk malı. Ve Türkiye'nin ürettiği en kaliteli ürünler. En kaliteli ürünler, en iyi ürünler. En değerli, pamuklu, %100 pamuklu, %100 ipekli, %100 yün veya 50 yün, 50 akrilik gibi. Ama has, hasa dönük yani maddenin kalitesine dönük ürünlerle ülkede üretilen en iyi markalar mesela nedir? Vakon ürünlerini satıyorum. Друзья, большой выбор шалей и платков. Очень большое количество цветов от вот таких вот спокойных до цены вечерних. На платки и на шали начинаются от 30 лир. Ну и, конечно же, к вечернему платью или к классическому костюму вы можете подобрать какую-то оригинальную шаль, которая дополнит также ваш это образ. Это офисный вариант, классические брюки. К нему можем мы еще подобрать вот такие, вот такую блузочку. Будет смотреться очень оригинально. Брюки начинаются от каких цен у вас? 200 лир. 200 лир. 200 лир. Блузка 270 лир. Потом вот такое что-то вот тоже. Более такое, ага, да. Оригинальное.
большое количество классических брюк, как, конечно же, черного и темно-синего цветов, но есть вот такие вот оригинальные цвета, например, вишневый, вот такой вот винный цвет. Брюки стоят 190 лир. И все брюки, друзья, будут подогнаны непосредственно по вашему росту. Большое количество моделей, ну и, конечно же, есть большие размеры. Если говорить о платьях, то в магазине на первом этаже представлена классическая коллекция и короткие вечерние платья такого летнего плана. Например, платье желтое с пайетками, светло-желтого цвета, стоит 500 лир. И такое же платье голубое также стоит 500 лир, но это такие более летние вечерние варианты. Или, например, вот такого вот плана, очень красивая модель, такое платье стоит 400-425 лир. Поэтому, если вам нужны вечерние платья, как летние, так и на какие-то такие серьезные мероприятия, на зиму можете здесь найти. Есть как короткие платья, так и юбки, друзья. Одна из самых красивых вещей в этом магазине для меня это, конечно же, юбка с пайетками. Ну и стоит такая юбка 490 лир. Есть черная и вот такая вот. И если говорить о юбках, то здесь также представлены и классические юбки, как офисные модели, например, темно-синие, черные, вот такого вот такого вот коричнево-серого серого цвета. И, конечно же, есть разные длины и разные модели. Поэтому, женщины, вы хотели магазин, где есть классическая женская одежда, здесь огромный выбор брюк, пиджаков, ну и, конечно же, юбок. Поэтому я думаю, что вы найдете для себя что-то подходящее именно в этом магазине. Друзья, на нижнем этаже магазина ТОК настоящий рай красоты. Здесь большой выбор платьев различных цветов, фасонов для различных случаев. Расскажите, пожалуйста, какие у вас есть размеры вечерних платьев, какое качество, какие материалы? Вот смотрите, у нас размеры от 36 начинается до 52. До 52. До 52 угу. Есть размеры. Вот эта модель, угу. Это османский мотив. Вот это очень красивая Нурдан, ага. Марка Нурдан. Есть красного цвета, черный цвет. Размеры есть. В какую цену такое платье? Это стоит 365 лир. Угу. 365 вот это, лир. Да. Потом, это макро Кована. Тоже размер от 42-го начинается до 50-го размера, до 50-го. Угу. Цена 660 лир. Вот угу. Модель. Вот такое платье модель тоже от 42-го начинается до 52-го. Угу. Макро Кована тоже хорошая, шифоновая. Потом вот палетки темно-синий цвет. Ага. Да, оно до 56-го размера есть. Тоже очень классная. Цена его стоит 1250. Большое количество у вас здесь платьев с вот смотрите, вот пайетками. Тоже с пайетками, ага. Да. Стоит 900 лир. 900, очень классная. Вот парламентный оно цвет. Прям, да, оно прям шикарное. Очень, прям. Очень шикарное, классное платье. Прям рыбочка по фигуре. Здесь прям детали такие, да? 650 лир. 650 лир. И бордовый. Да. Вот такого. Тоже такого винного цвета. Очень красивый. Винный, да, цвет. Потом угу. Еще вот такое есть. Еще белое. Цвет шампанского. Не совсем белое. Угу. Тоже. Ой, такая прям детальная здесь, да, да, гипюр красивая. Но это, кстати, платье может быть не только вечерним, но и свадебным вполне. И свадебное, да. Да. И так, кто как хочет, 550 лир. На самом деле, нужно быть практичным, да, когда покупаешь одежду. Да. Поэтому смотрите, если вы будущая невеста, вот это платье вам подойдет идеально на свадьбу, ну и потом его можно на какой-то оценить, вечер, да. На какой-то со временем вечер, можешь да. Ее и укоротить. Да, на самом так деле. Так что это не проблема. И в какую цену вот это платье? 550 левая модель. Ага. Очень классная ой, тоже. Шикарная, прям, очень. Да. С такими очень интересными пайетками.
Да? Вот, смотри. Такого вот ромбической формы. И в какую цену такое платье? 779 лир. 779. Такое 779. Еще платье. Вот смотрите, у него спущено немножко. Угу. Вот так он, модель. Очень классный. Лир. 530 лир. Да. Угу. Если длинное, тоже, как я говорю, мы сами обрезаете, укорачиваем. Да, такой... за эту плату не берем. И вот это платье, оно угу. есть голубого цвета? Оно в многих цветах. Вот есть бордовый цвет, ага. пудра черный. Пудра, вот такой вот темно-синий. Семь цветов. Да? Семь цветов. А, белое. Белое ага. есть, да, шампанское. Голубое, розовое, вот. пудра. Черное. Просто шикарные платья. Вот это палетка тоже. С палетками, ага. С палетками. Тоже прям... Экспрессион, да, длина. Прям по фигуре. По идет. Фигуре, рыбочка. 810 лир. 810 лир. А спина какая у него? Спина такая тоже, вот она открытая. Очень классная, вот смотрите. Ага. И вот такой, это тоже эта модель, да? Вот это вот очень красивый цвет. Ага. Фуксия, очень красивый цвет. И таких платьев 7 разных цветов. Да? 7 разных цветов. Стоит да. такое платье 390 лир. 390 вот смотрите, лир. Вот тоже макрокавана, тоже очень-очень классная модель. Угу. С таким очень красивым вырезом струящимся. Она так стройно выглядит, особенно вот когда оденешь. А, и здесь её... вырез, да? Оно да, не пропорциональный вырез. И вот здесь вот по ноге оно открыто. Макрокавана. Стоимость ее 1100 лир. 1100 лир? Ага. От 38 размер начинается до 48. 40 до 48. До 48. Вот такие вот тоже интересные вот смотрите, модели. Вот это тоже очень классная модель. Вот посмотрите. Вот. Ага, такая оригинальная. Она очень. И с кружевами и с кружева, да, гипюром, да. И с камнями. Ну вот тоже, да, такой же. Такой же, такое, такого да, же тоже плана. Такое, только с кружевами. Модель другая. Mm-hmm. Вот стоимость этой платья стоит 425 лир. А вот эта красная стоит 485. Цвет да. пудра тоже очень классная. Вот это оно прям такое, вот, как смотри, будто с корсетом, да? Да? Оно вот напоминает. Прикрывает, особенно вот эту часть прикрывает. И, друзья, помимо таких классических вариантов, конечно же, здесь есть какие-то оригинальные платья с... оригинальным декором и вот с таким вот смотри. С такой вот оригинальной юбкой, да, поэтому если вы ищете что-то интересное, вот это вот платье стоит 600 лир, да, на какой-то особый случай очень очень красиво, с плиссированной юбкой такой, да. Шикарное, ага. И оно в какую цену, оно у нас стоит 400-500 лир, 499 лир. Вот смотрите еще, что я вам покажу. Вот тоже 550 лир. Очень классная. С таким интересным вырезом. Да. Ага, очень красиво. Тоже, вот смотрите. Угу. Из такой интересной ткани со вставками. Ага. Казалось бы, совсем простой, да? Да. Но на фигуре оно шикарно. Очень классно. Рыбочка. И в какую цену это платье? 550, тоже 550. 550. Потом, вот смотрите, вот такое еще есть. В пир и в мир. Альфабетта. Угу. Оно тоже с пайетками. 600 лир. Его можно и просто и вечером просто надеть, вечером, и да. на какой-то, да, такой торжественный случай. Есть очень много платьев, например, одна модель, но большой выбор цветов, да, как вот это вот очень платье. Есть, да. Потом вот смотрите, вот еще я вам вот это покажу, тоже палетка. Очень. Ой, шикарно. Очень ага. классная. Оно тоже с таким неравномерным подолом. И очень красиво. И в какую цену такое платье? Это стоит 1250 лир. 1250. Самоновый цвет угу. тоже. И такое платье также есть и в других цветах. Угу. Да? И в четырех цветах есть. В четырех цветах. Четырех. И стоит цветах. Такое платье 999 лир. Лир. Вот еще вот тоже. Вот смотрите, очень классное. Угу. Это такой же, как мы показывали, синий. Синий, да. Вот точно такой же. Цвет. Ага. И сзади оно с... Очень. Вот они вот... в четырех цветах. В четырех цветах. Коралловый есть, темно-синий, черный. Угу.
И это болотный цвет. Оно вот спущенный, вот спущенный рукав. А, то есть оно вот так, да, вот идет. Оно вот так идет. Спущенный. Ага. Ну, очень классно. Спущенный рукав. Вот смотрите, с хвостиком. Ой, и сзади, да. В шлейф этом году идет. Очень модно, вот смотри. Угу. Прям смотри, вот вышивные вышивки, вот смотри. Ручная работа. Угу. Потрясающая вышивка. И оно такое струящееся. Казалось бы, вечернее, но тоже летнее. Очень такое летнее, одновременно. Да. Стоит оно 1999 пир. Как мы и говорили, на любые возраста, на любые случаи, на торжественные, просто на обеды. Ну, вот это, конечно, для очень торжественного случая платье, да? Очень. И тоже с такими тоже спущенный рукавчик. Вот это, угу, очень красиво. И вот это смотрится всегда выигрышно на теле. Там внизу визоновый цвет с угу. черным. Богема. Богема. Угу. И такое платье стоит 850 лир. Мое внимание привлекло еще вот это вот платье. Оно вот, вот, наверное, самое оригинальное в вашем магазине, это вот это платье, да? Мне кажется, оно одно из самых оригинальных, и оно... И то, что оно одно осталось, да, особенно красиво. Вот смотри, вот здесь, как вот... Ага. Это сзади, да? Это зад. Mm-hmm. Вот, смотри. Вот. Очень красиво выглядит, да, шикарно. Вот так. Его можно и без этого тоже. А, то есть можно снять, да, вот эту накидку. Можно снять накидку, и ага, оно и будет, просто оно будет вот таким вот, да, обычным сарафанчиком. Если продолжить такая тему свадьбы, да? Это Клеопатра, да, тоже. Платье Клеопатры будет вам напоминать об Алане постоянно. Да. Платье Клеопатры как свадебное, всего 330 лир. Вот такое вот шикарное белое платье, как свадебное, так и повседневное, на какие-то торжественные случаи. Оно в двух цветах. Да, оно в двух цветах, вот это платье, золото и серебро. Серебро. Да, стоит такое платье. Это альфа-бета. 650 лир. И тоже такая классика, да, ну можно сказать, потому что здесь цвета более или менее. Очень модные в этом сезоне еще, животные, да, принты, леопард, и оно вот с такой вот, с таким вот напылением золотым. Оно, знаете, вот ткань, раньше продавали трикотиновые, угу, трикотиновые ткани. Угу. Ткань вот это. Это платье стоит 1270. Ну и вот такие вот тоже платья. Платья-сарафаны, можно сказать. Mm-hmm. Тоже разных цветов, да, они у вас синий, синие, бордовые. Вот такого вот плана. Это платье стоит 950 лир. Тоже вот болотный цвет в этом году. Популярный цвет стал. Угу. Вот смотрите, казалось бы, два платья одинаковых, да? И еще есть желтый цвет такой. Но насколько они смотрятся по-разному. Вот это вот очень красиво. И вот такое вот платье такое же, только желтый цвет. И насколько вот все три платья смотрятся костюм, совершенно по-разному. Он немножко возрастной. Угу. Двоечка. Двоечка. Платье, пиджак, да. И платье. Платье и пиджак. Тоже для торжественных случаев. Например, да, вот этот стоит 850 лир. Размер от 44 начинается до 54. Угу. И есть разные варианты. Вот, например, полностью вот такой вот черный, тоже очень красивый, да, прям шикарный. Стоит 800 лир вот такой вот платье, платье и пиджак для торжественных случаев. Тоже большие размеры. Есть, да, большие размеры. Друзья, одно из платьев, которые я примерила, стоит 1800 лир. 50 лир, очень оригинальная. И знаете, что ему придает оригинальность? Вот эта вот деталь. Очень красивая. Но, конечно, для очень какого-то еще торжественного случая вариант. 1260 лир. Очень необычный, да? С такой вот накидкой. Ну, очень серый красивый цвет. Прям блестящий. И несмотря на то, что очень много пайеток, они такие прям... Оно с подкладкой, оно... Да, да. Оно идет с подкладкой, так что очень красиво, прям супер. Вот такое одно из самых оригинальных платьев в этом магазине. 1150 лир.
Очень красиво, но оно мне чуть велико, поэтому да, если оно его... немножко велико, это можно сделать. Но если его подогнать по фигуре, оно будет просто вот шикарно. Вот так. Да, и стоит оно 1150 лир. Но посмотрите, какой оригинальный подол. Это просто, просто что-то потрясающее. Очень красивое сзади оно. Вот это вот таким вот образом. Обязательно напишите в комментариях, какое платье вам больше всего понравилось. Я, конечно же, люблю очень оригинальные вещи, поэтому вот это платье для меня на первом месте, потом синее, а потом уже то, которое было брючное. Друзья, и помимо, конечно же, женских платьев, здесь есть и мужские костюмы. Что еще есть? Куртки, брюки. Куртки, брюки, потом вот блейзеры, пиджаки, вот отдельные пиджаки, ага. Блейзер. Цены на костюмы начинаются от 900 лир, и есть отдельные Пиджачок, отдельный пиджак, он стоит 475 лир. 475 лир. Также есть куртки и очень-очень большой выбор брюк. Вот, вот такие еще вот. Смокинги, конечно же, ну, вот с красивым платьем. Что должен носить мужчина, когда женщина надевает красивое платье? Конечно же, смокинг. Шикарный просто. В какую цену смокинг? Смокинг стоит... Раскрываем секрет. Та-да-да-дам. 1250 лир. Вот стоит еще смокинг. Такой пиджачок. Костюм. Костюм. Троечка, да. Ага. Пиджак, жилет и брюки. Ну и, конечно же, мода в этом году. Пиджак одного цвета, жилетка и брюки от 119 цвета. Лир начинается до 240 лир. Катоновые, офисные варианты. До 3XL. От смола начинается смол. От эски до 3XL. Вот здесь. Потом вот мужские пола. Начинается 169 лир до 240 лир. И большое количество мужских брюк. Мужские брюки, как мужские, я понимаю, здесь есть и летние, и зимние. Да, летние и зимние. И цены начинаются от 150 лир начинается до 350 лир. От 150 до 350. Офисные варианты, в основном офисные угу. у нас. Ну, конечно же, огромный выбор цветов. Вот такие вот... Вот это вот зимние, да, варианты. И есть вот такого вот плана вот светлые брюки. Вот смотрите, кашемировые пальто. Кашемировое пальто. Мужское. Ой, а такое вот. Мягкое прям, да. И сколько стоит такое пальто? Пальто стоит 700 лир. А что по размерам, есть ли большие размеры? От 50 размера начинается до 56. От размера 50-56. Поэтому мужчины одновременно с женщинами, когда ваша дама сюда придет выбирать платье, вы сможете себе выбрать также красивый костюм. Вот смотрите, сейчас тоже вот это клеточный костюм, да, клеточный модно. Да, клеточный очень тоже вот сейчас модно. У нас есть домашние вот пижамы, ночнушки. Вот эта пижама, чистый коттон 100%, 210 лир, 78 лир, тоже пижама, поли теплые, немножко возрастной, он стоит 225 лир, коттон 100%, тоже вот смотрите, это стоит 199,90, мужские пижамы, с эмки начинается до 3XL. От 78 лир начинается бюстгальтера Белладонна. Для всех объемов есть. Такой вечерний набор. Вот смотрите, 6 предметов здесь. Это женский набор. В какую он цену? Это фирма Джереми? Это, да, 750 лир. Потом вот перил. Очень оригинальный. Очень, такой. Да, вот смотрите. Фирма Перин. Вот смотрите, в комплекте. Здесь тоже. И в какую цену такой набор? Оно тоже стоит от 650 до 720. Какой состав вот этой ткани? 670 лир. Угу. Это сатин. Сатин. Ага, мужской прям такой тоже сатиновый. Вот очень красивый комплект. Пьер Карден. Ага. В комплекте здесь 5 предметов. Угу. Очень вот красивый. Сатиновый. И которые с хлопком, вискоза. И в какую цену такой набор? Этот набор стоит 4,
450 лир. Очень шикарный, вот этот набор прям очень шикарный. Это 375. Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился этот обзор, и вы также найдете для себя что-то интересное и красивое, особенно женщины, потому что здесь огромное количество платьев и красивых, именно красивых вещей для офиса и для повседневной носки. Alibey, siz herkese davet edebilirsiniz mağazanıza. Evet, top bizim soy ismimiz. Misafirlerimizi burada ağırlamaktan zevk duyarız, keyif alırız. Memnuniyet duyacaklarına inanıyoruz. Да, дорогие друзья, добро пожаловать в Аланию, добро пожаловать в Турцию, ну и, конечно же, в магазин ТОК, который вы найдете прямо в самом центре Алании. Добро пожаловать и хороших вам покупок и, конечно же, отдыха.